На этой картине изображен мужчина с эрекцией. «Изабелла» или «Лоренцо и Изабелла» — это работа английского художника Джона Эверетта Милле, созданная в 1849 году. Эта поэма основана на произведении Джона Китса «Изабелла» или «Горшок с базиликом». А в свою очередь ее сюжет заимствован из новеллы Боккаччо «Декамерон». История рассказывает о трагичной любви Лоренцо и Изабеллы. Художник изобразил момент, когда один из мрачных братьев Изабеллы пинает ногой ее собаку, которая в то время была символом верности. Многие искусствоведы видят в этой идеально прямой ноге сексуальный подтекст. Якобы молодой человек, тайно влюбленный в свою сестру, таким образом прячет свою эрекцию, которую мы можем увидеть в виде непонятной тени на столе. У Милле действительно было много откровенных мотивов, поэтому такое толкование вполне возможно. Тем более, что браки между кузенами в Италии в то время были нормальным и достаточно распространенным явлением.